Wish me luck. No. Что лучше, болдринг или с веревкой? Привет, друзья! Этот выпуск у нас будет про скалы. И, как вы понимаете, я продолжаю рубрику про то, как мы знакомим профессиональных спортсменов со скалолазанием. Сегодня мы на настоящих скалах, и с нами настоящий профессиональный спортсмен, двукратный олимпийский чемпион, бронзовый призер Олимпиады в Пекине Виктор Уайлд. Привет! Привет! Вик Уайлд – российский сноубордист американского происхождения, заслуженный мастер спорта, двукратный олимпийский чемпион, единственный представитель сборной России по сноуборду, выигравший олимпийское золото. Vic Wild for Russia, the first Olympic champion in men's parallel slalom and a double Olympic champion in snowboarding. Лазал ли ты когда-нибудь на скалах? Я никогда не скалолазил на природе, только в зале, что сегодня должен быть интересно и весело. Мы находимся в Пальцево, это район, который находится в полутора часах езды от Санкт-Петербурга. Здесь много прикольных трасс, есть и сложные, есть и простые, и сегодня мы подберем самые прикольные, которые было бы клево полазать Вику. Это трасса категории 6А+, по-моему, или 6Б, а это пятерка, а так здесь есть еще и сложные трассы, вот здесь, по-моему, 7Б, вот за углом, где мы приходили. Это выглядит трудно. Да. И вот там вот по трещинам есть восьмерки, А, Б. Ты просто... иногда тренируешь здесь или нет? Мы сюда приезжаем так иногда, как на тренировку можно сюда приехать, еще пару часов полазать и уехать домой. Okay. Да, здесь очень близко к Питеру. Да, поэтому мы счастливчики, что у нас такое есть. Смотри, я думаю, что мы можем просто попробовать обе. Сначала там, которая в углу, а потом вот это. Да, и оба. Заодно сравним, что тебе больше понравится. Да, оба. Ребята лазают на скалодроме, но на скалах для них это в новинку, поэтому я сейчас расскажу, что это такое. Смотрите, здесь нет цветных камушков у нас. Здесь мы лезем вот по всяким трещинкам, по выступам, которые есть на скале. И вы можете использовать все, что угодно. Тут нет каких-то ограничений, что-то брать, что-то не брать. Главное, мы не берем железячки, вот крючки у нас используются только для страховки. Вот. А лезем мы, вот все, что видите, все можно брать. Вот там откольчики, всякие маленькие трещинки, ноги также мы ставим. Вот любые вот эти вот мелкие штучки, это вполне себе хорошие зацепки под ноги. На них можете опираться. Страшно? Нет. Представлять, что ты сейчас полезешь. Может быть, да, буду чуть-чуть, когда наверху, да. Готов? Готов. Мешочек лучше за... Хорошо. So I just go up here? Feel like. And never touch the quick draws. Yes. Wish me luck! Okay. Спасибо. That was great. Страшно когда... было, нет? Я не смотрел внизу, только концентрировался на трассе, да, на каме. Сложнее, чем
в зале. Да, но нужно, наверное, думать больше. Свет на трассе, ты знаешь, окей, если белая трасса, где белый? Здесь много другое мест, и мне нужно думать чуть-чуть. Так и надо. Да, я думаю, на первый это отлично. Мы можем делать больше позже. Спасибо. It's totally okay to fall. Mm-hmm. So if you fall, you probably won't even fall at all. You'll just like feel the slack, like the rope will tighten if you fall. Молодец. Чё, как у тебя ощущения? Коленки трясутся. Если не смотреть вниз, то нормально. Но вот когда начинаешь спускаться, прям чувствуется аж, как адреналин в крови бушует. Это абсолютно новые какие-то такие ощущения, что мне очень понравилось. Молодец. Усложним? Немножко. Готов. Давай, да, следующее. Вик ни разу не лазал с нижней страховкой, как оказалось сейчас, поэтому мы решили устроить ему такой челлендж небольшой, чтобы он второй раз в жизни полазал на скалах и первый раз в жизни с нижней страховкой, чтобы так, чтобы по-настоящему. Are you checking? Did I already make a mistake? Boom. I did, I went under. Need to keep it over. Так страшнее, Вик? The same feeling or... I mean, может быть, чуть больше, потому что я знаю, что это трудно, чем первый спуск был. Не спуск, а спуск и подъем. Перед подъем был очень легкий, но я думаю, что здесь будет чуть трудно. Just like this. Yes, all right. So boom. Good. Boom. Все, щелкать оттяжки научились за 5 минут. И теперь время лезть. This is gonna be tough. Come on. Yes, almost. No. What happens? I just foot slipped. Что, еще разок? Попробуешь еще? Да. Я не закончил. Okay. Смотрю на это и думаю, как же я это сделал. Okay. Давай. Спасибо. Good job. Спасибо. Был веслый. В конце я был
я был устал и боюсь. Да, я чувствовал, может быть, я могу падать. Я знал, если я упал, может быть, 2-3 метра. Все, руки устал и just like... So, no, круто. Ты молодец. Я ощущаю, чувствую очень хорошо после. Да, я рад. Ты же прыгаешь на сноуборде, там вообще высоко. Ты другой. Скорости высокие, другой. Падения. Я знаю, но я всегда очень боюсь высоты. Высота. До высоты. Когда смотришь, когда, как, с какими сложностями сталкиваются люди, когда проходят эту трассу, кажется, что ты, может быть, очевидно, что ты с ними тоже столкнешься, и не факт, что выиграешь. Usually I don't like that stuff, but mosquitoes... Я ненавижу комар, so spray it, давай. Вик, что страшнее, москиты или лазать? Лазать, конечно. Actually, нет, может быть, комар. Скалолазание очень весело. Я уважаю людей, которые делают, потому что это трудно, опасно, и нужно концентрироваться очень много. Не пассивный спорт. Мне очень нравится. Что здесь происходит? Все, молодец, победа. Все, можешь уже повисать на веревочке. Сейчас можешь толкнуться. Молодец. Спасибо. Как твои ощущения? Супер классно, что я в итоге доползла, но к концу я поняла, что у меня руки забились, и вообще все трясется, и в целом еще трасса сложная, да, но незабываемые впечатления, конечно. Я тут вспомнил, что сестры Аверины говорили, что это недоступно маленьким и хрупким девочкам, и должны быть только вкачанные и подготовленные люди. Вот, вам пример, я же говорил. В общем, мы полазали с веревкой и поняли, что нам мало, и мы хотим показать ребятам, что такое болдеринг тоже. К счастью, недалеко от Пальцева есть еще один район, называется Сталкер. Это такой наш небольшой домашний район, где есть несколько камушков и очень бодрые категории. И сейчас, ребят, здесь мы познакомим с болдерингом на скалах. Это самый легче здесь. Но... Один из. Но не легче. Для меня. Yeah!
аккуратнее, нам надо беречь резерв олимпийский нашей сборной. Finally, we did one. Молодец. Тебе понравилось? Да, конечно. Что лучше, болдеринг или с веревкой? Для меня болдеринг. Да! Ну, больше социальный. И, как могу сказать, больше энергии, like explosive. Агрессивный. Взрывной. Да? Агрессивный. Да. И я не... Я не очень боюсь. Like, если я упал, это немного. So, я не знаю. Сейчас мне нравится болдеринг чуть больше. Просто тебе там некуда. Пинчиком. The only reason that I did that is because I thought I was gonna fall. I was like, if I don't do this, I'm gonna fall. I have to just do it. Вик сделал это самое лучшее, это бриллиант этого района, я считаю. Вика залез, это круто вообще. Спасибо. Я думаю, что мы закончим на сегодня. Ребята много полазали, много чего сделали. Это был такой большой продуктивный день. Сейчас пару слов от Вика. А, прекрасный день. Я очень рад, что вы предложили мне. Мы очень рад, радостны, что могу сказать. Really happy, it's super fun, so thanks a lot. And, yeah, look forward to doing it again. Yeah. Я в восторге. Мне очень понравилось, и вообще атмосфера очень такая дружелюбная, все здороваются, все поддерживают. Это, конечно, шикарно. Я считаю, что даже ради этой атмосферы стоит начинать заниматься, находить друзей, и, ну и, собственно, прокачиваться в плане, в физическом плане тоже. Мне, как любителю природы, наверное, вообще было здорово узнать, что можно... И скалолазанием заниматься, тем более на улице. То есть одновременно это и отдых за городом, и тренировка, и друзья рядом. И это вообще все в одном. А, очень хорошо. А, конечно, когда я сделаю чуть-чуть, я думаю, как могу стать лучше. So, я уже, я слишком боюсь. Я должен быть больше агрессивно, но да, конечно, мне нравится. И когда я поеду здесь в следующий раз, я хочу больше. Это хорошо, это мотивация. Да, это обычно для меня, мне нужно попробовать лучше. Челлендж новый. Да, всегда. И один причина мне нравится скалолазание. Я знаю, что никогда не буду хорошо, но я могу прогрессировать много только для меня. На сноуборде я знаю, когда я катаюсь, может быть, могу быть лучше в мир сегодня. Но когда я скалолазание, я знаю, не буду профессионал, что для меня это интересно. Я только challenge себя. Мне нравится. Спасибо, что приехали. Спасибо, что предложил. Да. Еще съездим. Давай. С радостью. Да.